Бывшему РШ огласили приговор водителю, который этим летом сбил насмерть целую семью. Судебный процесс длился более 2 месяцев. Какая точка была поставлена в деле? Подробности в следующем материале. Эти кадры были сняты на видеорегистратор одного из автомобилей. Еще до приезда медиков первую помощь пострадавшим начали оказывать водители проезжающих мимо машин. Глава семьи Михайловых, его мать и младший сын погибли на месте. Женщина скончалась от полученных травм по дороге в больницу. В той аварии спасся чудом только 7-летний Артем. Но ему еще предстоит перенести сложнейшую операцию на руке. Сейчас мальчика воспитывает родной дядя. 1 августа Алексею, моему брату, братишке, исполнилось 38 лет. 1 августа. 2 августа вот они пошли на крестины к сестре Оле, старшей сестре Оле. У нее она 4-го сына родила. Вот они крестили сына, они на крестинах были. После вот крестин, вот эта трагедия такая случилась. Он всегда, он любил пешком ходить, всегда, он всегда по обочине. Он боялся, что я на машине, вот всегда меня оберегался. Машина очень страшно боялся, вот от машины умер. Машина никогда не садился. Эта авария произошла здесь, на въезде в районный центр. Следователи установили, что Валентин Кузьмин сел за руль нетрезвым. Во время судебных прений адвокат водителя пытался доказать, что он попросту не заметил на обочине пешеходов из-за неосвещенной трассы. Но истцы с этим не согласились. Разве виноват столб? Разве виноват тротуар в этом? Нет, ни в коем случае не виноват. Ибо обзор был великолепный, видимость прекрасная. Дневное время суток, хотя не день, но в то же время 19 часов мая, то есть в августе месяце это свято. Есть железные правила, пункт, то есть 10.1, где есть иные моменты, что водитель должен ехать такой скоростью, чтобы предотвратить любые непредвиденные ситуации. В данном случае, разве он должен был предвидеть? Водителю не помогли и его раскаяние перед родственниками погибшей семьи. Валентин Кузьмин уже отбывал наказание за наезд на пешехода. В этот раз ему назначили максимальный срок по этой статье – 8 лет лишения свободы. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.